Вот заканчиваю переборку лука, который пришел из Саратова. То есть я посчитал, что легче его вынести на улицу, перебирать. Иди за мной. Вот таким способом. Вот таким способом. Легче вынести на улицу, собрать немножко хорошего и занести в теплицу, чем наоборот, гнилой выносить на улицу. То есть скрываю, высыпаю. Берется с мешка, ну луковиц 10, максимум 30. Остальное все при помощи снеговой лопаты. Закидывается, вот в середине как бы он плохой, тут перебрать нечего. Закидывается в общую кучу. И все, в принципе. Так и сюда. Вот такие кучи у нас лука, который даже никогда не был на стеллажах. Этот лук, конечно, сильно меня подкосил. Очень сильно. Потому что, как сказать, то, что попадает на стеллажи, тоже сомнительного качества, зелень. Некоторые точки просто от меня отказались. Вот, в пользу базовского лука. Потому что у них он чуть-чуть подешевле. А те, что, ну, и как бы маленький процент был. Так что никогда не связывайтесь с этим хозяйством. Денис вам подскажет, с каким хозяйством связываться не надо. Вот, Денис как бы косвенно тоже виноват, но он молодец, он как бы исправил и послал мне бесплатно, ну то есть за свой счет, хозяйство отказалось за это, как его, за это платить, за свой счет послал мне 5 тонн лука, хорошего качества. Ну, я уж сомневаюсь, что успею реализовать, как бы были простои, вот из-за этого, блин, не знаю, как без мата-то сказать. Ну и, короче, все очень как бы плохо в этом году. Я надеюсь в будущем сотрудничать с Денисом как бы и, ну, общими усилиями что-то получится. Ну и, в принципе, все. До свидания.